Каспийске состоялась акция «Сад памяти», посвященная увековечиванию памяти погибших солдат в ходе СВО. Открытие мероприятия прошло традиционно под гимн Российской Федерации и Республики Дагестан в исполнении военного оркестра Каспийской флотилии. Вскоре с приветственной речью выступил заместитель председателя правительства, министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Заур Эминов. Наш общий долг – сохранить память о подвиге героев, пронести через годы и передать следующим поколениям. Также сегодня слова благодарности хотел бы выразить организаторам сегодняшнего мероприятия, это администрации города Каспийска, депутатскому корпусу, волонтерам, да и всем неравнодушным гражданам, жителям нашей республики. А всем нам хотел бы пожелать мира и благополучия. Этот сад является данью уважения всем тем, кто не пожалел своей жизни ради мирного неба над головой своей родины, отметил первый заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалиев. Он обратился ко всем присутствующим с просьбой никогда не забывать наших героев. Память о погибших воинах должна жить в наших сердцах и передаваться из поколения в поколение. Сегодня мы увековечиваем память наших братьев, героев, которые защищали свое отечество, погибли при исполнении воинского долга. К сожалению, люди уходят, а деревья могут расти вечно. Эти деревья сегодня лицезреют наше поколение, а значит, память о героях будет передаваться из поколения в поколение. Память о них будет вечна. Стоит подчеркнуть, что в мероприятии также приняли участие близкие и родные погибших солдат. Они поблагодарили представителей администрации за проведение подобных мероприятий. Кроме того, в акции приняли участие заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов, председатель собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахид Джаватов, капитан первого ранга КФЛ Сергей Ракаускас и многие другие. После вступительной речи представитель структур совместно с волонтерами, студентами и школьниками отправились на высадку молодых саженцев. Сажаем в основном все те, которые пожелали, было желание, не павлония, береза, клен, платан, липа крупнолистная. Вот сажаем кустарники, форзития, вейгела, сирийская роза, гибискус. И цветы сажаем, лаванда, виола, глазки. Основное вот эти цветы, кустарник. Как отмечает начальник участка озеленения МБУ «Зеленый город» города Каспийска Шевкет Агакеримов, сотрудники учреждения будут находиться на участке целый день и исправлять некоторые недочеты, возникшие при посадке. Стоит подчеркнуть, что для всех участников акции также была организована полевая кухня, где они могли отведать вкуснейшую кашу и согреться сладким чаем.